8 сотрудников нефтесервисных компаний задержаны в Мангистауской области. Из них 4 руководители. Их подозревают в хищении и растрате почти 3 миллиардов тенге. Одно из ТО за счет бюджета возместило расходы подрядной организации на сумму более 700 миллионов тенге. Безосновательно, как выяснили прокуроры, еще свыше 2 миллиардов подрядчикам перевели за неоказанные транспортные услуги. Всего с начала прокурорской проверки начато 19 досудебных расследований. Другая информация в интересах следствия не разглашается.